А как мог автор книги «Бытия» знать, что именно произошло во время творения, то есть до того, как он сам был сотворен? Как вообще Моисей мог все это увидеть? Надо понять очевидную вещь, что пророки никогда не говорили сами от себя. Если говорить о боговице Моисее, то о нем писал святитель Иоанн Златоуст. Все пророки говорят или о настоящем времени, или о будущем времени. Величие Моисея заключается в том, что он говорит и о прошлом, то есть о том, с чего это все началось и куда оно движется, куда оно идет. Пророки говорят не от себя, они говорят Духом Святым, как и сказано в Писании. Никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. А о Духе Святом мы знаем из Писания, что Дух Божий дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Действие Духа Святаго, этой божественной личности, оно никак не ограничено ни временем, ни пространством.